великий и хитрый бог войны Арес на протяжении многих лет мучил два народа, загоняя их в вечную борьбу друг с другом. Но пришел момент, когда бог всех богов пробудился. Зевс снял красную пелену войны с глаз правителей этих двух народов. И теперь Спарта и Афины в одном мощном союзе готовы противостоять любому врагу, кто встанет на их пути. Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси из Dogfather. Всем здравствуйте. И мы продолжаем играть в Total War Rome 2. И я играю за Спарту, Саша играет за Афины. В прошлой серии мы захватили Ларису. И сейчас ждем ответного хода от бывших ее хозяевов. Вот этот негодяй стоит повыше нас. Яростные химеры, Эпир, сраные собаки, другим словом. В общем, я окопался под городом, Саша в городе, мы его ждем, я пропускаю ход. Кого-то рекрутировать? В любом случае рекрутировать надо. По-любому. А я постараюсь стоять перед городом, и я думаю, что он сначала нападет на меня. Да не важно, на кого даже он нападет. В битву будем оба участвовать. Это понятно, но есть разница, если или он нападет на город, или он нападет на мое укрепление. Если на мое укрепление, мы сможем дать ему там бой, и даже если мы проиграем, он пойдет дальше, то в городе же будут эти. Как его? У меня тут предложение века. Какое? Я буду говорить искренне и прямо. Фараон прислал меня заключить союз между нашими народами. Ну, короче, Египет говорит, давай оборонительный союз. Ну так давай. Думаешь? Хорошо. Мы по факту так совсем не имеем. Я удивлен, если честно, то что он сам пришел, попросился. Я когда в одиночку играл, сколько не пытался с ним заключить торговые отношения, он меня опрокидывал. Говорил, валяй сюда. Именно Египет? Ты вообще не человек. Ну. О, Эпир. Нифига. Очко жим-жим. Я предлагаю, чтобы ты на следующем ходу своего агента отправил снизу, а я сверху. Чтоб мы видели вообще, что там происходит. А, я понял, хорошо. Исследование завершено. Вы сделали технологический скачок. Новое задание. Устроить налет на поселение или торговый путь, принадлежащий следующей фракции, Мидия. Награда 500 золотых. 4 хода. А где эта Мидия вообще находится? Как ты сделал, как ты меня учил, на лупу нажми. А там не было лупы. Ну, блин, тогда не знаю. Мидия. Ты, у меня даже эта фракция не открыта. Но ты должен перекрыть ее. Смотри, шпион рядом с городом стоит. И его шпион. Да ты что? Да, Лариса. Манипуляция. Что ты можешь? Принуждение. Переманивает выбранного агента на свою сторону. 14%. Да хрен там. Не, нифига. А-а. Гоплиты-ополченцы. Или прашники. Кого нанять?
Без понятия. Кого-нибудь. Кого-нибудь, потому что нужно в любом случае укрепиться. Три отряда гоплитов еще кинул. Ну все, хватит. Только на следующем ходу они. Ну ничего, мы, я думаю, рекрутируются. Мы ход продержимся. Так, технологии. Стоимость вербовки агентов минус 5. Нет, не то. Я пока почитаю, что мне там. Доход от земледелия плюс 2. Потом будет доход от торговли. Наверное, вот это буду качать. Мне это сейчас надо. Надо торговые доходы все поднять на максимум. А то у меня 5 фракций и дохода особо нету. Ну, в принципе, все. Не больше. Так, объявлена война. Пергам, Галатия. Вообще ни о чем. Даже не знаю, где они там находятся. Вообще ни о чем не говорит, да? Ну, лишняя информация. Информационный мусор. Гимназия, сделали скачок. Просьба союзника, задание провалено. Ну и что? Объявлена война. Пергам, Галатия. Заключенный союз, Афины и Египет. Вот так вот Афины заключают союзы. А мы это так, просто так. Так. Вон он стоит. Смотрите, друзья, это тот козел, у которого были слоны. Он сейчас с другой стороны обошел. А слонов теперь нету. Мне кажется, это новый. Посланник Энио. Посланники Энио, а те были какие-то там. Что-то там ящери или гарпики. Короче, дебилы. Так, что мне тут строится? Понабрал. Ага, по объявлению. У вас недостаточно средств, чтобы построить это сооружение. 1700. Пища минус 4. Пища минус 4. Да вы что? Обалдеть. Не, минус 4 пищи я не потяну, поэтому... Мне срочно нужна Аполлония. Срочно. Я просто даже не знаю, Саня, как тебе сказать, насколько мне срочно нужна Аполлония. Есть такой вариант, я могу флотом в осаду. Ну, предварительно разбив его флот, конечно. Может, это его заставит вернуться в город, и мы тогда сможем выдвинуться. Ты думаешь, что мы... А то мы здесь сидим, как это, в капкане. Он и снизу, и сверху сидит. Значит, надо просто выйти из города и дать им по мордасам. Ну, мы сейчас выйдем в одну сторону, а он захватит город с другой стороны. Значит, надо еще одну армию подводить. Желательно тебе штапануть еще одного полководца, дать ему хотя бы 5-6 отрядов и оставить его в этом городе. А вот этот, который сейчас в городе сидит, его вывести. Ну, давай так и сделаем сейчас. Флот тогда я не буду трогать. Да, не нужно, не нужно. Просто надо ставить охрану и спокойно идти дальше. Ну смотри, если кто-то захватит Афины, я захвачу Спарту. Ха-ха-ха. Не думаю. Согласен? Не думаю, что у тебя это получится. Нет, ты не понял меня. Ты не вот этого бери, который изящный, оскорбительный. Да. А кого? Нового создай? Да, нового создай. Туда, чтоб они немножко войск, и пошли в Ларису. Просто у тебя это более возможно, потому что у тебя доход от торговли хороший. У меня, ну, дохода вообще никакого. Ну, то есть... Но у тебя доход
Выше, чем у меня вообще, в общем. Сколько тебе сейчас доход? Ну или у меня просто большие затраты. У меня 200. Всего доход. Посмотри. Всего доходов сколько у тебя? Всего доходов 2487. А расходов? 2267. У меня всего доходов 3265. А расходов 2950. Ну вот. То есть сейчас чистыми я 315 получаю. А я 220. Ну ладно. Убедил. Значит, говоришь, собрать войска. Что у тебя тут есть? Гоплиты. Государственный деятель. Там магистры, олигархи. Короче, мое древо называется семейное. Магистры, а противоборствующие партии, олигархи. Прикинь. Где ты это взял? Ну вот, нажимаешь фракция. И у тебя слева важные персонажи. Царское семейство и другие семейства. А вот у меня не царские семейства, а магистры. А эти олигархи. Ладно, возьмем тогда одного магистра. Ух ты, всадники с дротиками. Да не. То есть они скачут и дротики так чух-чух-чух-чух кидаются, да? Наверное. Блин, всадников или гоплитов? Смотри сам. Военачальнику. А, всадников, может, хоть пусть одна будет кавалерия. Пусть будет так. Так, и что теперь? Вот. Найми сюда еще 5-6 отрядов и кинь охранять Ларису. А отряд тех, кто подходит сзади, армию, выведем и пойдем лупанем посланников Энио, которые вот стоят рядом с моим шпионом. А если... Я его создал, я сейчас его не могу двигать им. Ну, я понимаю, понятно, что не сейчас, не в этом ходе, но вообще. А если тот зайдет сверху и нападет на Нарису, то вместе с гарнизоном и вместе с этими 5-6 отрядами, которые у тебя есть, страх Ануса, кстати, армия называется, то он его привезет. Да, да. Вот, то есть страх Ануса вместе с гарнизоном, я думаю, сможет его отбить. Ну хотя бы максимально налупить, вообще максимальнейшим, насколько это возможно. Вернемся, потом и отобьем. И Афины заодно не оставляешь, просто так, без присмотра. Хорошо. Я думаю, это разумно. Просто если просто зайдет сверху и вашего скрытого агента там наружу. Теперь он уязвим. Хорошо. Он и не прятался, начнем с этого. Это новое убийство. Удар в спину. Попробовать? Шанс 19%. Попробуй. Да ладно. Да, противник убит. Бац, минус армия. А, не, выжил он. Ну, военачальник, по крайней мере. Другой, молодой, неопытный. Лошок. Лошок-петушок, ты имеешь в виду? То есть, извините, просто... Ну, петушок — это животное. Кстати, да. На чем ставлю, да. Да. Чтобы вы там могли себе подумать. Ваша извращенная фантазия. Конечно. Конечно, Саша. Когда ты прав, ты прав. Так. Но, кстати, я хотел спросить, когда я смогу, к примеру, увеличить свою спарту, чтобы у меня был еще один слот для строительства? Или это невозможно? У тебя сколько сейчас слотов? 3. 3? Да. А там есть такой, типа, белый квадратик? Нету.
Ну, значит, это все, что ты можешь. Обалдеть. А если я, к примеру, увеличу... Либо перестраивать здание, которое сейчас у тебя есть, либо надо расширять границы. Это как? Ну, захватывать новые города. А, только так, да? Угу. Ну, значит, надо. Значит, надо захватывать новые города. И если, например, ты захватишь Аполлонию, и там сможешь создавать каких-то крутых ребят, а в Спарте этой постройки нету, значит, ты в Спарте их не сможешь нанять. Да, это понятно. Я просто хотел построить на еду там и так далее. То есть у меня такое... Ну, вот лично у меня сейчас на еде вообще нету. Ну вот только сейчас Лариса появилась. И то там одна постройка, селение какое-то. Только что у меня поля, ничего такого нету. У меня доход еды один. У меня два. Я даже не знаю, откуда у меня этот один. Кто у меня хлеб там добывает? Твой, наверное, подворовывает. Скорее всего, потому что у меня было 4 до этого. О, он убежал обратно. Интересно, интересно. Я думал, что я его сразу вырежу. Чик. Я тоже думал. Это, значит, наверное, было не удар в спину, а другое что-нибудь. Но зато вырезал кого-то. Ну, видишь, он убежал, это значит, он испугался. Не, он, наверное, просто не ожидал такого поворота событий. На самом деле, да? Надо еще того генерала тоже вольнуть. Тайный агент раскрыт. Электро. Супер. Да ты запарил уже, а? Манипуляция. Да ладно, давай заказное убийство. Тоже, блин, слабый шанс. Всего там по 4-5%. А что, если я вот сюда схожу? Где этот тип? Где он? Может, в засаде? А что, в город не зашел в Аполлонию? В городе у него только флот. Видимо, он где-то в кустах сидит и в засаде ждет. Флот здесь я рекрутировал своих ребят. Что, мне на низ идти? Подожди. Кого ты рекрутировал, не понял. Ну вот здесь вот я добрал ребят. Ага. 3 отряда. Ну так подожди, мы ж не можем Ларису так оставить. Надо, чтобы ты подвел отряд за фильм. Ну сейчас я подведу их. И там же начну нанимать. Ну давай так, тогда страх Хануса подводи. Или ты хочешь, чтобы я здесь начал нанимать, а потом подвел? Как тебе удобней? Я ж не знаю. Здесь просто покруче ребята, но они дороже. У меня денег не хватает. Я могу кинуть денег. Не, не надо. Давай я вот так сделаю. Группировочку сделал, да? Угу. Сейчас еще флот туда подведем и с моря ударим, и с суши. Вот так сюда. Чтоб у него со всех дыр потекло. Восхищение? Восхищение. Так.
Адрисское царство. Что ты думаешь, торгуешь там с ним? Ну, не хотят торговать. Сарды. Ну, не хотят, давай. И не хотят. Давайте поторгуем. Ну, пожалуйста. Он тоже вассал селевкидов. Тилы вообще на меня что-то обозлены. Поэтому пусть идут в задницу. Тая, 164 доход. В поисках своей пропавшей дочери Персефоны Деметра остановилась в небольшом городке под названием Элевсин. В облике старухи она стала наставлять местного царевича Трипмолтема, научила его... Какую хуйню какую-то несете? Шли ее, блин. Куда подальше? Я не достаю, вот это максимум. Это максимум. Сейчас увидишь, он прям сверху появится, на город пойдет. Думаешь? Осадит его. Думаешь, так будет? Да я уверен. А не ошибаешься ли ты? А предварительно он еще, наверное, своим шпионом отравит колодцы, чтоб мне гарнизон был полудохлый. Че, попробовать? Вальнуть генерала? Эх. Попытка, не пытка. Согласен. Че, она умерла, что ли, навсегда? Не, она возродится. Как Феникс? Там что написали, убита или ранена? Ранена. Не могло же мне всегда вести, правильно? Правильно. А сколько шанс был? 19. Один из 5, грубо говоря. Точнее, 1 к 5. Ну. О. Пришел домой. Я не могу понять, где он делал слонов боевых. Плавал где-то он там. Да нанял где-то. Нет, куда он их дел, их нету. Ни в одной армии? Ну, прям ни в одной не знаю, но в той, которой они были, их нету там. Ты только что видел, он приплыл? Да, видел. Хочешь сказать, что он с кем-то воюет еще помимо нас? Хочешь сказать, что он с кем-то воюет помимо нас? Да нет. Просто плавал где-то. Заняться, блядь, больше нехуй. Сейчас зачем? Посмотрим, с кем он воюет. Да, он воюет с Римом. А, он к Риму плавал. Ага. Понял, что жареным запахло и вернулся. Я думаю, то лохи под боком сейчас их подаю. Ну, это не мы, конечно. Привет. Вот мы и приплыли. Где эти его слоны? Вот они. Яростные химеры. Надо травануть этих слонов. Блин, денег нет. У меня минус 40 доход. Надо распустить пару отрядов. Или повышай налоги. Да куда мне налоги повышать? И так общественный порядок. 3 всего заход.
Так, надо вот эту вот технологию, доход от торговли. Четыре хода. Так, Египет, ты же союз. Не хочет денег давать. Ну-ка, окно. Обсудить выплаты. Ты же матяра. Самый из них прошаренный, это, наверное, вот этот, который яростная химера. 4-3-3. А нет, 5-3-3. Этот будет поопытней. Который посланники Анио. Кентавры. Если он сунется к нам, я его разобью. Надо уже битву какую-то замутить. Да, пора. Чё, мне куда подойти этими? Те, которые подходят сзади. Ну, к Аполлонии. Прям в упор? Нет. Ты как? Подойдешь ко мне? Да, где-то вот сюда подойду. Ой, нет, нет. Нет. Вот, последний там. Не-не, последний я подозвал. Да, вот здесь где-то. Распустил два отряда из столицы. Стал богачом. Да, теперь доход 192. А был минус. Маленькими шажочками идем. Боимся. У тебя сколько там людей, кстати? 15 рядов. 15. У меня тоже 15. Достаю еще. Вот сволочь, у него флот же и 6 теперь кораблей. Как он содержит вот эту всю армию? Объясни мне. Не знаю. У него один странный город, доход 100 1396. Я офигею. Это даже не столица провинции. Откуда такой доход? Вино вот это что ли? Походу. Не поплыли ко мне. Мне кажется, они поплыли меня бить. Не меня. Да. Значит, я беру Аполлонию. А ну что мне еще делать останется? Он хочет этот Бурунди захватить. Думаешь? Да. Ну я надеюсь, итальяшки там ему не дают это сделать. А с чего ты знаешь, что Бурунди? Потому что он туда отправил войска. И он оттуда приплыл в прошлый раз.
Только об этом следующем будем наказать. Накиданию. Давай сначала его накажем. Да все, он уже ему пару же к зиме привыкать. Даже если мы сейчас город захватим, он-то никуда не денется. Ну, это да, но я готов потом такие же. Пускай никуда не девается, только город не пусть остается. Потом, да, надо от Македонии освободиться. Но опять же, итальянцы могут приплыть. И надавать мне в первую очередь. Ну, я думаю, с ними надо подружиться. Торговлю наладить. Туда-сюда. Наш тайный агент раскрыт. Убить следующего персонажа. Эвредика. Это где это вообще? Это вообще в Египте. Вы с ума сошли? Сейчас мост кину до прямой. Даже не в Египте, это в Иерусалиме. Да, прям я сейчас побежал убивать. Диверсия. Ничего не могу сделать, денег нет. Бомжара. Ну что, мне брать в осаду Аполлонию? Подводи максимально города. Как на берег прям. И максимально с... это вот так. Хорошо. Корабли можешь ближе подвести? Все, больше не могу. Могу еще вот так вот. Да, хорошо. Все, сейчас заканчиваешь ход, и я начинаю, я нападаю. На Аполлоне. Хотя они могут вернуться на кораблях. Да, он скорее всего сейчас мои корабли отгонит назад. И сам вернется. Ну, если не дурак, вернется. Так, ну, вот мне оба твои засчитались. Сила вашей армии, я вообще не вижу его силы. Можем автоштурм, не интересно, как он посчитает. Ой, я нашел, я уже нажал начать бить. Давай, начинаем бить. Лично? Да-да-да. Получается у нас 1600 против 550 примерно. Количество просто как петушок курочку или как петушок петушка. То есть такая чисто братская любовь, да? Залец сам по себе. Получается, да. Если в битве, позвольте ему подойти ближе, его отряды выдохнут. Да. В переходах что не успел прочитать. Мать труса ничего. Латин. А если долго смеется, то на попадает Вальхалла. Мы ждем тебя. Ну как я и мои бравые пацаны. Так, надо флот тоже переименовать. Так, а то какие-то избранники Посейдона, значит, не очень. Подожди, ты ж можешь не высаживать, ты можешь флот оставлять? Да. Ну так в город подгони и обстреливай. А так и планировал. А потом, когда наши основные... Один отряд только может высадиться у меня. Потом... Ну, в смысле, он не может стрелять. А, ну вот. А потом, когда мы близненько подойдем основной армии, можно будет высадить моряков и в спину их ударить. Если от них что-то останется. Ну конечно. А, подожди, у него гарнизонный флот есть. Флот он увел? Если... Нет, гарнизонный флот. Значит, с ним еще надо будет пободаться там, на море. А что там бодаться? Давай уже сразу, пусть готовят своих женщин и детей. Мы заходим к ним в город. Ну, еще надо еще дождаться, пока ты зайдешь тоже в город.
Ну, Саня, у тебя еще есть полно времени, еще 215 секунд, если есть. Ну, почти загрузилось. Ну, чуть-чуть осталось. Шикарно. Я везде последний загружаюсь. Ну, не последний, а крайний. Ты просто контролируешься. Типа, все ли загрузились, теперь я загружаюсь. Надоело мне так контролировать вечно. Ожидание все. Ну, я вроде загрузился. Я просто захожу. Да? Я пока не могу ничего делать, я на подкреплении. Понятно. Я в том плане, что там не будем придумывать велосипед, я просто захожу, короче, да, в центр и все. Так. Мне куда? Вот сюда, да, куда-то приплыть? Да, ближе к этому. А, подожди, вот у него. Тебе площадь корабль. Надо. Вот здесь где-то может там. Все складывается. Сейчас не подерусь. А, он высаживается, плывет. Да, хочешь. Он высаживается. Ну, вижу. А вот и мои ребята подоспели. Короче, смотри, кораблями своими где-то вот ты, как ты показывал, или где-то здесь, или где-то здесь, высадись, чтоб сразу на площадь зайти главное, и захватить ее. Так, все, стрелка какой-нибудь, ой, стрелка хватит рисовать. Горшочек не вари, стрелка не рисуй. Вперед. Это типа они меня обходят или что-нибудь, понимаете? Кто тебя обходит? Ну, он, который высаживает эти дурачков. Мне кажется, он высадится и в город побежит. Скорее всего. Ну, я сейчас оставлю пару. А, нет, у него это застрельщики все. Либо в город, либо в тебя будет стрелять. Предлагаю просто зайти на этот, на площадь к нему и все. Без всяких там, блядь, прелюдий этих. И сейчас выстраивать полчаса, перестраивать. Правильно? Правильно. Что-то, блядь, 10 человек, слишком, блядь, много чистит. Все твои ребята там их гонят. Конечно, в спину по тебе стреляет. Ну а что делать? Что ж поделать, Саша, что ж поделать? Я думал, тут битва будет. Флот на флот, армия на армию, а он что-то... Сыканул, да? Что-то он вообще, да. Так. Давайте быстрее выстраивайтесь уже, блядь. Что там происходит? Короче, тех уже догонишь, которые от меня уходят, ты их встретишь, а я этих встречу. Mm-hmm. Так, что тут у меня происходит? Я не понял, мы будем с ними стреляться или мы будем, блин, херней заниматься? Раздавить их уже к ебеням, блядь. А, это конец. Нифига. Тут оказывается конец. Ты совершенно. Там поаккуратнее. Враг напал на наших союзников.
Для меня, Саша, дошла информация, что враг напал на наших союзников. Да не может быть. Смотри, у меня все бегут. Прикинь. От конницы бегут. Наши бегут с поля боя. Же лучше. Какой позор. Что нам еще делать? Бороться до конца. Ну, они так не умеют. Они спартанцы, они должны или победить, или умереть на поле боя, а не бежать. Блять, фамилии и имена мне потом в конце боя, я их повешу всех в спартах. Души тех имена. Нашего военачальника напали. О, на военачальника моего напали. Где он вообще? А, вот он. Ладно, уведем его пока. Я всех воодушевил. Они воодушевились? Очень. Им понравилось? Особенно мне нравится, как 4 отряда расстреливают одного человека. Сзади. Так, а что тут? Сзади это наш метод. Согласен. Давите их хоть. Да это какие-то они, я не знаю. Не прям ярость. Непробивные, блин. На карту смотри. Ну чё там на карте? Наши бегут с поля боя. Мои бегут с поля боя. Какой позор. Сам. А, вот подплыл, да? Нет, нет, там. Он свои войска туда кинул. Угу. На твоих. Не вижу. Что в курсе было вообще? Там твой флот подплыл. Да, они уже высадились. Надо их добивать. Наши ряды дрогнули. Это как так? Ну так. Прикинь, отряд побежал. Там мне тоже там они. Бегуны спортсмены не попались. Слышите, не подпускают наших, видишь, пиками. Держим. Что с ними мне еще задеть, я разоходил. Наши что бегут с поля боя. Понимаю. Какой почему позор? Он не сдается? Не знаю, они все тверды. Прям такие духовитые. Не говори. Все, военачальник побежал. Продолжить, завершаем? Да, давай завершим. Да, они ж никуда не бегут, я ж не военачальник. Да, а у меня сколько? У тебя... Вряд ли. У него там на нашем полуострове никого не осталось. Не дали человеку более сильного оружия, чем презрение к врагу. Вот так.
Такая глубокая мысль, о чем речь. Корабли сдаются. Финская постава. Вот заговорили. Да. Блин. Что лучше, жить и быть трусом или умереть, но быть храбрецом? Не знаю. А ты подумай, подумай. Ну, у него там, я вижу, так на кораблях нормально сил сосредоточено. А что, ты уже загрузился? Да. Ну, ты даешь. Ну, потому что модно, стильно, молодежно. Если бы, конечно, у меня такого говна не было. Под говном я подразумеваю компьютер. Почему? Может быть, я бы тоже загрузился побыстрее. Мой компьютер не сильно далеко ушел, так что. Да ладно, у тебя оперативки побольше. Ну, разве что оперативки. Ожиданий. Сколько секунд? Еще 220. Я думаю, успеешь. Двести двадцать — это, наверное, его артериальное давление сейчас. Уплыл, блин, приплывает, города нет. Какие-то уроды захватили. Ага, и насилуют женщин и детей. Да. Что выбрал? Захватить город, типа уничтожить или занять? Еще пока ничего не выбирал. Короче, если уничтожить нажимаешь, он здесь просто эти постройки снесет, всех повырезает. Ну, а сам город останется, Аполлония? Ну, конечно. Я проткнул ему шею. И он упал в море, да? Да. Так, оккупировать. И лежит на водной глади. Покорить. Кого? Пленных? Вот тут есть, нет. Разрушить до основания. Покорить. Разграбить. Или оккупировать. Что лучше? Или оккупировать. Вы мирно займете поселение и отпустите всех пленных. Или покорить. В зависимости. Так что, я не понял. Покорить или оккупировать? Покорить, там что, цепь такая нарисована? Да, да. То есть он останется, Аполлония будет жить, его фракция Саша будет быстрее. Жить, но захватывает просто. Не покоряй. Если покорить сделаешь, то его фракция будет как сатрапом твоим. Все это мое, мое. Ура! Так, а что здесь вообще у нас? Это что такое, усадьба? Пища. Снести нахрен, да? Да не, ну. Пища пойдет. Собрать войско. Что такое? Ты что, вышел из игры? Нет, ждем игроков, тебя ждем. Да, игра будет прекращена. Странно. Тебя выбило. Мне вообще показало, что ты вышел. Понятно. Ну? А что с сохранениями? Ладно, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Мы захватили Аполлонию. В следующий раз обязательно продолжим. Всем пока. Всем пока.